Прошлой ночью двое молодых людей на квадроцикле устроили настоящий беспредел у спорткомплекса Оренбуржья. Любители скорости и драйва настолько вошли в кураж, что в прямом смысле вспахали газон у спорткомплекса. Показательные уроки экстремального вождения попали в объектив камер системы видеонаблюдения. На кадрах видно, как сначала ребята лихачили в зеленой зоне у Оренбуржья, затем заехали в жилые дворы, а потом резко развернулись и на красный сигнал светофора рванули по проспекту Гагарина в сторону центра города. Полицейские смогли задержать гонщиков по горячим следам. В ходе преследования полицейские задержали двух 16-летних подростков. В отношении одного из них, который находился за рулем, был составлен административный протокол. Это нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.